Клянусь кошачьими усами! Кошачья суперскорость! Маскировка Гекко! Что? Теперь скопировав ваши силы, я захвачу мир, и ничто не остановит меня! Ромео, тебе не уйти отсюда с этим! Ты ошибаешься! Ваши силы в сочетании с моим гением делают меня непобедимым! До скорого, вредители! Это все из-за меня. Если бы я так не расстраивалась из-за того, что вы получили мои силы, мы бы уже давно остановили Ромео. Не вини себя, Олет. Мы тоже виноваты. Нужно было осторожнее использовать твои силы. Раз уж Ромео получил все наши силы, мы должны действовать сообща для того, чтобы остановить его. Верно. Но сначала я кое-чему вас научу. Я была так расстроена, что вы получили мои силы, что даже не подумала о том, что это может быть весело. Спасибо, что научила нас летать! Это просто невероятно! Это еще веселее, чем я себе представлял! Смотрите, там Ромео! Время быть героями! Ю-ху! Осалил, ты водишь! Ну и что же он задумал? Поймаем его! Пришло время моего суперспасения, ребята! Вперед! Ты уже это делал, ночной ниндзя! Подожди, это будет нечто новое! И точно самое лучшее из того, что я придумывал! И сеть ты тоже уже использовал! О! Вы просто пока не видите всей картины! Пс, как это работает? А, да! Мне не нравится эта ситуация! Я собираюсь залить слизью ваш ужасный штаб! Вы прилипли к шару, и я запущу вас из своей рогатки! Вы, герои, прилипнете к штабу навечно! Это все из-за меня! Если бы я не пытался выполнить свое суперспасение, этого бы не произошло. Нет, мы все виноваты в том, что попали в эту липкую ситуацию. Время стать героем! Быстрее, Гекко! Ты должен помочь! Супермускулы Гекко! Да, ты следующий, Олет. Пора совершить что-нибудь геройское! Согласна! Совиные крылья! А сейчас будет лучшее суперспасение, и мы совершим его вместе! Олет, давай! Эй, ночной ниндзя, смотри сюда! Но это невозможно! Как насчет партии в геройский боулинг? Даже без барабана я могу вести парад лучше ниндзя. Так давай сделай это, Кэтбой! Время стать героем! Пора мне все исправить! Кошачья суперскорость! Что? Ниндзялино, построиться! Теперь посмотрим, кто лучше управляет парадом! Ха! У тебя даже нет барабана! Героям не нужны барабаны, ночной ниндзя! Ведь у них есть супердвижения вроде этих! Вперед, герои в масках! Давайте вместе начнем этот парад! Да! Что? Прекратите, ниндзялино! Ниндзялино нравится!
их вести. Раз, два, три, четыре. Смотрим налево и направо. Поворот и назад. А теперь делаем восьмерку. И, наконец, кувырок! Ниндзя Лино, по своим местам! Хватит, Ниндзя Лино! Что? Ниндзя Лино принадлежат мне, а не тебе! Они просто следуют за ритмом, ночной ниндзя! Липкая липучка остановит твой парад! Если я не буду вести парад, то никто не будет! Ребята, построиться в линию! Вот так! Даже без моего любимого барабана я не позволю тебе тут все испортить! Вы, герои, вечно все разру... Куда делся этот гекко? Ниндзя Лино, почему вы не в автобусах? Вернитесь и остановите гекко! Я застрял! Вот ты где! Ниндзя Лино, покажите ему! Ой-ой, похоже, мне пора выходить! Супер-камуфляж Гекко! Ничего себе! Он стреляет липкими шариками! Нам они тоже нужны! Нет, Олет! Наш штаб и так хорошо защищен! Да, Олет! Может, ты нам поможешь? Ну, я... Еще раз привет, неумехи в масках! Признайте, мой штаб лучший! А теперь я уничтожу вас! Нет, ведь у нас есть своя катапульта, стреляющая шарами! Ой-ой! Получай! Ха! Промазала! Ты не сова! Ты слепая, как крот! Ничего, сейчас я пристреляюсь. Эй, Олег, я же свой! Ага, вот и ты, Гекко. Сейчас мы тебя немного покрутим. Держись, Гекко! Птички-невелички! Его крепость еще и вращается! Тебя даже не покормила, верно? Что ж, давай. Делай, как я учила. А я отвлеку олухов в масках. Попробуйте меня поймать! Ой-ой, за штабом что-то не так. Я превратила его в гигантский лунный магнит. Вы не сможете попасть внутрь, так что скоро, благодаря птице, он притянет все, что есть в городе. Оно станет моим. Что? Это моя птичка сделала? Не может быть. Еще как может. Твой домашний питомец принес мой лунный кристалл прямо в ваш штаб. Но теперь, когда штаб стал моим, забирай свою птичку. Но как птичка могла так поступить? Может, дело в том, что ты плохо за ней ухаживала? Ты прав, Гекко. Если бы я уделяла ей больше внимания, этого не случилось бы. Птичка, если ты меня слышишь, то прости. Питомец — это не игрушка. Надо быть внимательнее. Я все исправлю. Настало время героев. Я собираюсь... Эй, смотри! Птичка! Птичка, я обещаю больше тебя не оставлять. Я сделаю тебе гнездо, буду кормить и дрессировать. Мы будем друзьями. Слушай, что это за шум? Что происходит? Ящерки в ящике! К этому я не был готов.
Но чтобы меня остановить, нужно что-то посерьезнее баков. Где этот робот? Он отправился в парк. Ну что ж, к Кэтмобилю! Осторожно, олухи в масках! Она новая, я еще не доработал ее. Ой-ой, все в порядке? Поосторожней нельзя, лопух. Что ты сказала? Ничего. Ха! Идем, Робет. Вот он! Каков план? План такой. Вы оба оставайтесь здесь, а Кикмаги разберется с ним. Что? Нет уж. Она права. Мастер Фанк разберется с роботом. А может, объединим усилия, как во вчерашней серии? Или как Флосси Флэш. Я могу... Подождать здесь? Отличная идея. Вперед! Хай-я! В общем, так, робот. Либо ты возвращаешь игровое оборудование, либо Мастер Фанк использует удар дракона. А Кикмаги удар торнадо. Ответ отрицательный. А? Ты вынудил нас. Ай-я! Ай-я! Все в порядке? Конечно. Мастер Фанк и Кикмаги крутые. Только обычно они друг друга не бьют. Может, мы вместе разберемся с этим роботом? Я буду Флосси Флэш. Извини, но она из других комиксов. Будешь Шариком, их помощником. При опасности лай! Гав-гав! Ой! Ребята, мы должны помочь друг другу сосредоточиться. Хорошо, поезжай прямо. Нет, прямо! Хотите еще облучиться героем в масках? Похоже, с вас уже хватит. Нам нужен новый план! Кэтмобиль не управляем, выпрыгиваем! Как мне надоело эта неуклюжесть! Что? Нет! Брось, безумный Кэтмобиль! Теперь, когда ты тоже стал неуклюжим, тебе придется всех сделать прежними. И не мечтай! Пусть я тоже буду скользить, спотыкаться и равновесие терять. Но я не намерен уничтожать свой луч-неуклюжитель. Значит, всех можно вылечить, уничтожив луч? Я не это хотел сказать! Не суетись. Ты уже разболтал свою тайну. Ха! Вы слишком неуклюжие! Все, счастливо! Прямо! Нет, налево! Ты будешь меня слушать или нет? Ромео не сможет уехать! Вау! Но как нам его остановить? Я придумал! Когда мы боролись с неуклюжестью, все стало еще хуже! Мы разбили Кэтмобиль! Да! Мы должны использовать неуклюжесть, скользкие пальцы, вращение и поскальзывание. Неуклюжая сила! Змейки на скамейке! Воу! Вот так отлично! Немного левее, и можно будет открыть огонь! Это будет здорово, хозяин! Отставить, Ромео! Мы даем тебе последний шанс вернуть телескоп! Внимание, чужак! Внимание, чужак! Спасибо! Я заметил! К нам пожаловал сам хамелеончик! К сожалению, ты опоздал. Сейчас ты увидишь, как на Луне появится мой портрет. Супермышка Гекко! Что случилось? Я просто использовал свои супермышцы. У меня есть робот и прыгающая лаборатория. Так что у вас нет шансов меня остановить. Я победил вас! А вот и нет! Моей задачей было лишь отвлечь тебя, а теперь вторая часть плана! Не ожидал! Не так ли, Ромео? Вы объединились с лунной девочкой? Она тоже хочет тебя остановить! Оставь Луну в покое, Ромео! Понял? Никогда! Похоже, пора переходить к третьей части плана! Нет проблем! Защекотать! Ха-ха! Робот! Сделай что-нибудь! От лунного луча!
плаща никому не уйти. Даже тебе, робот. Подтверждаю. И мотыльки, и лунная девочка, и Ромео, и его робот заняты. Переходим к следующей части плана. Супермышцы Гекко! Есть! Я не смогу нацелить лазер без этого телескопа. Ну все, посмеялись и хватит. Кыш, пошли вон! Эй, смотри, куда прыгаешь, лаборатория! Робот, отними у них телескоп. Слишком поздно, робот. Суперскорость. Готово. Перегрузка процессора. О! О, не может быть! Все кончено, Ромео. Не смей входить в штаб, лунная девочка. Когда откроется этот люк, ваш штаб станет моим. Не подходить, или комиксу конец. Кыш, кыш! Отличная работа! Ковбой, Олег, мотылёк заблокировал люк. Он не закрывается. Не дайте им попасть внутрь. Ха-ха! Не так быстро, лунная девочка. Совиный ветер! Ага! У меня ваш драгоценный комикс! Если он вам действительно так дорог, не пытайтесь меня остановить! Ну ты подумай, а? А! Ну кто им управляет? Это я! Молодец, Гекко! Кэтбой, помоги Олег! А я разберусь с лунной девочкой! Кыш! Кыш! Ну все, вы сами напросились! Попрощайтесь с комиксом! Нет! Кошачий прыжок! Ой! О нет, ты слишком тяжелый! Я тебя не удержу! Спасибо, Гекко! Не за что! Неплохо! Вот только теперь люк ничем не защищен! Опять вы на мою удочку попались! Ты забыла о Гекко! Выпусти меня, гадкая ящерица! Только когда я закрою люк штаба! Теперь ты свободна! Есть! Я покажу тебе воздушный трюк! Ого! Да! Но, может, лучше поищем воздушный шар? Ну, ты только подумай! Куда он показывает? Совиный взгляд? Ясно! Лунная девочка! Жучки-паучки! Я лучше буду пешком ходить! Видел, как я здорово летал? Смотри внимательно, Олет. Может, научишься паре трюков? Трюков? Ты же чуть не упал. Да, я здорово овладел самокатом. Мои навыки пилота нам помогут. Твои навыки? Вообще-то здесь есть другой пилот. Да будет вам! Может, вы оба внесете свой вклад? Отличная работа, мотыльки! Дневные полеты на воздушном шаре остались в прошлом. Теперь этот лунный шар только мой! Вы оставайтесь здесь, а я подлечу на самокате и угоню шар. Для этого надо быть асом. Не волнуйся, Олет. Предоставь это мне. С моими навыками это будет просто. Уверен? Ребята, хватит вам спорить. Может, я угоню шар с помощью своего камуфляжа? Камуфляж? Это круто. Но мой самокат гораздо круче. Смотрите. Эй, лунная девочка, отдавай шар. О, это же котеночек. Хочешь воздушный шар? Не вопрос. Можешь его забрать. Порядок, все под контролем. Это неплохо, Гекко, но все-таки нам лучше сесть в Гекко-мобиль. Где он? Он вон там. Я приготовлю для вас новую партию пахучих яиц. Один момент.
Я уже не могу выносить этот ужасный запах. Ромео его не чувствует, так как он внутри лаборатории. А мы должны быть внутри Геккомобиля. Идем, Гекко. Где он стоит? Но он нам не нужен. То есть... Гекко, что ты делаешь? О, нет, новая порция яиц готова. У меня появилась идея! Что? Как это остановит тухлые яйца? Вот так! Не волнуйтесь, я разгоню запах с помощью своих супермускулов! А, идеальная мишень! Огонь! Фу! Фу, Гекко! Я знаю, мне еще хуже! Надо тебя помыть из водяной пушки Геккомобиля! Почему ты не скажешь, где он? Ты ведь его не потерял, надеюсь? Нет, я знаю, где он! Но дело в том... Я знаю, как остановить Ромео! Настал момент его самого атаковать гигантским яйцом динозавра! Это самое большое яйцо, которое я видел! Мой тухлонатор придаст ему идеальный запах! Гекко, стой! Нельзя его бросать! Я не собираюсь! Я всего лишь хочу его напугать! Вот так, мальчик-ящерка! Отлично! А? Вот гадость! А? Ой! Ой! Вон лунная девочка! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Скорее, Кэтбой! Используй когти, чтобы схватить микрофон! Когти? А как? Вон, та кнопка! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Эй! Есть! Оу! Мы такие! О, он работает! Ла-ла-ла! Олухи в масках! Вы испортили мой золотой микрофон! Как вы мне надоели! Он сломан? Это я виноват. Теперь концерт не состоится. Ты не виноват. Не укради она микрофон, ничего бы не случилось. Да, но я не должен был садиться за штурвал самолета. И я не должен был принимать ваши подарки. Простите, что заставил соревноваться за билет. Мы сами начали это соревнование. Извини, Олет. И ты извини. Я не хочу идти, если ты не сможешь. Забудьте о билете. Главное сейчас – это вернуть золотой микрофон. Настало время героев! Даже если он сломан, этот микрофон не тебе принадлежит. Отдай его нам! Хоть он и сломан, но он все еще золотой. И мой, мой, мой! Олет, мы отвлечем мотыльков, а ты отбери у нее микрофон. Мотыльки, я здесь! Слабо меня поймать! Суперкамуфляж Гекко! Моя очередь! Суперскорость! Олет! Хватай микрофон! Скорее! А? Ты мне помогаешь? Спасибо, крошка Ниндзялина! Я очень благодарен тебе за помощь! Мы должны всегда помогать тем, кто в беде. Прости. Настало время героев! Так, если хотите, чтобы я вас освободил, быстро рассказывайте, как попасть в ваш штаб. Никогда. А? Что? Ты освободился? Именно так, ночной ниндзя. Ты никогда не захватишь наш штаб. Я, Кэтбой, остановлю тебя. А-а-а! Так это ты освободил этого гадкого котенка, верно? Кошачий суперпрыжок! Ты водишь! О, глупый Ниндзялино! Я сам остановлю этих героев-вредителей! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Осторожно! О, прекрати помогать ему, маленький Ниндзялино! Ха! Ха-ха! Кошачья суперскорость! Вот так! А?
нечестно! Вы, герои в масках, вечно рушите мои планы! Кэтбой, что ты делаешь? Помогаю! Герои помогают всем, даже ночному ниндзя! О, да, полагаю, ты прав, крошка Ниндзялино. Я должен вас поблагодарить. Идем, Ниндзялино. А? Полагаю, это значит пока. Этот автобус выглядит суперкрепким. Возможно, я один не справлюсь. Мы поможем тебе, Гекко. Я здесь! О нет! Я застрял! Помогите! Гекко, нам нужна твоя помощь! Я не ослышался? Вам нужна моя помощь? Ты же поможешь друзьям! Друзья помогают друг другу, поэтому вы заботитесь обо мне. Да! Да! Я тоже должен позаботиться о вас, друзья! Настало время героев! Ой-ой, мой Гекомобиль! Если я остался без своего автобуса, то вместо него я отберу ваши машины и покрашу их цвета ниндзя, черный и синий. Кэтбой, Олет, мне нужна помощь! Я уже иду, Гекко! Я освободилась! Ночной ниндзя! Герои в масках смогут победить всех Ниндзялино! Герои в масках, вперед! Кошачья суперскорость! Отойдите от него! Он мой! Сюда! Ну же, ребята, давайте уложим Кэмерона в постель! Кошачья суперскорость! Печенье, да! Попался! Теперь ты моя кукла! Нет, он мой! Гекко, мы разберемся. Нет, я разберусь. Хочешь потренироваться с сильным соперником? Я к твоим услугам. Не смеши. Я побью тебя одним пальцем. Этим.
Супер Ниндзялина, взять его! Гекко! Мы сейчас! О, смотрите! У нас новый спортивный снаряд! Хватит! Меня! Бросай! Молодцы, Ниндзялина! Вы становитесь все сильнее! Скоро вы сможете победить кого угодно! Кроме меня, разумеется! Гекко! Ты в порядке? Нет! Я ведь все испортил! Я хотел показать, какой я сильный! Но мы это знаем! Теперь мы ни за что не вернем спортивный инвентарь! Зря я отверг вашу помощь! Теперь Супер Ниндзялина такие сильные, что их никто не остановит! Особенно всех вместе! Я знаю! Ниндзялины сильные, когда они вместе! Но и мы тоже! Настало время героев! У меня есть план! Я поискала, как Гекко просил, и нашла вот эту порванную скакалку. А ты? Сломанный велик. Больше ничего. А я спущенный мячик. Бежим!